КТ представляет. Котенок и волшебный гараж. Поливалка. Однажды котенок ехал по дороге, слушал детское радио и пел свою любимую песенку про крокодила. Ехала машина, полный бак бензина. Ехала, ехала и в гараж заехала. А в машине крокодил, он по городу ходил. Он по городу ходил, всем прохожим говорил. Вдруг котенок заметил, что деревья вокруг какие-то странные. Котенок остановился и вышел из машинки. Ветки опустились вниз, листья завяли, и трава вокруг совсем желтая. И озеро, которое было большим, сейчас совсем маленькое, как обычная лужа. И еще немного, и рыбке негде будет жить. Что случилось? Через пару секунд котенок понял, что это из-за жары, которая стоит уже целый месяц. Точно, ни одного дождичка не было. А ведь деревьям и травке тоже нужно пить. Они без воды жить не могут. Нужно их срочно полить. Но как? У меня же лапки. А моя маленькая красная машинка для этого совсем не приспособлена. Точно! Придумал! Поеду к Максу в волшебный гараж. Пусть прокачает мою машинку. А вот и волшебный гараж. Макс, открывай скорее! Есть очень срочное дело! Дверь гаража открылась, и котенок быстро заехал внутрь. Привет, Макс! Привет, котенок! Что случилось? Котенок рассказал Максу все, что сегодня увидел. Завядшие деревья, желтую траву повсюду и про маленькую рыбку, которая живет в высохшем озере, которое стало как лужа. Макс, нужно срочно полить траву, деревья и наполнить озеро водой. Как это сделать? Не переживай, коте. Сейчас мы сделаем из твоей машинки настоящую поливалку. И ты поедешь спасать растения и маленькую рыбку. Поливалку? Звучит очень классно. Котенок, но твоя машинка совсем маленькая. А поливалка должна возить много воды, и поэтому мы изменим машинку настолько, что выглядеть она будет совсем не так, как раньше. Согласен? Да, конечно, согласен. Давай скорее делать поливалку. Запускаем специальную программу. Готово? Сначала нужно поднять машинку вверх на специальном подъемнике. Вот так. Снимаем задние колеса вместе с амортизаторами. Раз. Два. Передние колеса снимать не будем. Они останутся без изменения. Теперь дисковой пилой отпилим заднюю часть машинки. Вот так. Ну вот, была просто маленькая машинка, а стала еще меньше. Половина от маленькой машинки. Не переживай, коте. Сейчас мы приварим новую удлиненную заднюю часть машины с двумя осями для колес. Прикладываем и привариваем так, чтобы не отвалилось. Так. Еще вот здесь и вот здесь. Готово! Ого, прикольно! Мне нравится! Теперь установим новые усиленные амортизаторы и колеса. Выбираем, нажимаем. Раз, два. Три. Четыре. Готово! Все колеса на месте. Теперь вместо заднего багажника у тебя будет большой бак для воды. Для его установки нужна лебедка. Так. Вот она! Нажимаем.
Смотри, котенок, бак уже почти на месте. Еще чуть-чуть. Бак для воды установлен. Теперь установим на крышу специальный металлический наконечник для шланга, чтобы ты мог направлять струю воды туда, куда захочешь. Выбираем, нажимаем и устанавливаем его прямо на крышу. Готово! Теперь нужно соединить бак с этим наконечником. Я знаю, знаю. Для этого нужен шланг, да? Правильно. Нам нужен гибкий резиновый шланг. Вот он. Вставляем один конец в бак, а второй в наконечник на крыше. Готово! Макс, опускай машинку вниз, я поехал. Меня там рыбка ждет. Котенок, а чем ты наполнишь озеро? Чем будешь поливать растения? Бочка-то пустая. Ой, точно. Что же делать? Здесь есть вода? Конечно, есть. Открываем крышку бака. Вот так. Ищем иконку с водопроводным краном. Где же она? Нет, не здесь. А вот же она. Нажимаем. Сверху опустился толстый водопроводный шланг. Кран повернулся, и вода начала быстро наполнять бак. Здорово! Рыбка будет очень рада. Уже почти половина. Еще немного. Еще. Все, Макс, выключай! Кран повернулся, вода перестала течь, и крышка бака закрылась. Вот теперь твоя машинка прокачана. Езжай скорее! А вот и то самое высохшее озеро. Первым делом котенок решил наполнить его водой, чтобы рыбка чувствовала себя в безопасности. Вот так. Еще. И еще немного. Готово! Рыбка, если завтра будет такая же жара и не пойдет дождь, я привезу тебе еще воды. Рыбка радостно плескалась в воде. Поливать деревья и траву было очень интересно. А самое главное, котенку было приятно от того, что он делал полезное и очень важное дело. Совсем как взрослый. Молодец, котенок!